Всем привет! Вы на канале Роботоп. Сегодня мы поговорим об очень полезных товарах, которые пригодятся для любителей туризма и дальних путешествий, а также для рыбаков и охотников, или просто для отдыха на природе. Начинаем! Налобный фонарь Феникс, модель HL60R. Дает превосходную яркость в 950 люмен нейтрально-белого света. Такая яркость достигается за счет использования новейшего светодиода высокого качества, Cree, марки XML2U2. Срок службы такого диода, по самым скромным подсчетам, составляет 50 тысяч часов. Луч фонаря освещает пространство на расстоянии до 116 метров. Фонарь достаточно компактный по размерам, работает на литий-ионных аккумуляторах формата 18650. Помимо того, данную модель можно подзаряжать через разъем USB. Он легко управляется при помощи одной боковой кнопки, и имеет 6 режимов работы. В турборежиме на 950 люмен, он способен работать 48 минут, 400 люмен 3 часа, 150 люмен 10 часов. 50 люмен 29 часов, и 5 люмен 100 часов. И последний, шестой режим, это красные светодиоды, которые можно использовать для ночной подсветки, которая не будет слепить в отличие от белого света. Лично меня реально удивила мощность этого фонаря, при таких размерах я просто не ожидал настолько яркого и дальнего освещения. Дальше мультитул от Gerber, модель Daim, микротул. Он очень надежный, компактный и стильный, но при этом имеет большой функционал. Изготовлен из нержавеющей стали, марки 3CR13, и что самое интересное, на него идет пожизненная гарантия. Микротул Gerber Daim оснащен 11 функциями, там есть плоскогубцы и прямое лезвие. Плоская крестовая отвертка, кусачки и лезвие для открывания упаковки, ножницы и открывалка, а также пинцет и напильник. Вес этого небольшого инструмента – всего 62 грамма, а так как его длина в сложенном состоянии всего 7 сантиметров, он очень удобный и незаметный даже в кармане. Нож G7501 – это одна из новейших моделей Ganza, принадлежащая к линейке Firebird. Данная модель отлично подойдет как для решения простых повседневных задач, так и для решения сложных проблем, которые могут возникнуть во время путешествия. У него очень запоминающийся и по-настоящему функциональный дизайн. Особое внимание привлекает рукоять. Она выполнена из высокопрочного пластика G10, и имеет особую структуру, благодаря которой нож не выскальзывает из руки даже в самых экстремальных условиях. Клинок модели G7501 имеет длину 89 мм, изготовлен из нержавеющей стали 440S. Также, в декоративных целях лезвие подверглось сатинированию, благодаря которому клинок намного меньше пачкается. Замок Axis Lock позволяет надежно фиксировать лезвие, и при необходимости быстро открывать и закрывать клинок одной рукой. Рюкзак Dakata 35, от чешского бренда Trim. Это легкий прочный рюкзак объемом 35 литров, с системой вентиляции спинного участка. Идеально подходит для прогулок и непродолжительных путешествий, трекинга и походов. Dakata 35 совместим с питьевой системой, что сделает ваш поход более комфортным. Оборудован несколькими карманами на молниях для хранения ценных вещей и карт, а также прочего тематического снаряжения на петлях.
Лопата АЦЕ, модели 1.12. Прекрасный выбор для автомобилистов, садоводов и туристов, любителей кемпинга и походов, так как может заменить сразу множество необходимых инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться во время различных мероприятий на свежем воздухе. Общая длина инструмента в собранном состоянии 54 сантиметра, а ширина лопаты 12,8. Черенок лопаты изготовлен из алюминиевого сплава, имеет цепкую неагрессивную накатку, а сборные части плотно скручиваются. При этом отмечается полное отсутствие люфтов. Материалом для лопаты служит высокоуглеродистая сталь, что позволяет добиться достойных эксплуатационных показателей. Лопата собирается в удобную сумку, быстро и легко приводится в состояние готовности и очень проста в использовании. Одним словом, меня удивило отличное качество этой лопаты, она реально будет служить вам долгие годы. Палатка Комет от чешского производителя Trim. Внутри палатки комфортно разместятся два человека, но если очень захотеть, то можно спать и втроем, правда в ущерб комфорту. В качестве материала для внешнего тента используется полиэстер, устойчивый к ультрафиолету и влаге, уровень его водонепроницаемости составляет 3000 мм водного столба. Внутренний слой тоже сделан из полиэстера. Но в отличие от тентового, этот тип материала дышащий, что позволяет ему пропускать воздух и беспрепятственно отводить лишнюю влагу из палатки. Дно сделано из армированного полиэтилена, с водонепроницаемостью 3000 мм. Внутри палатки имеются карманы для вещей, и петли для фонаря. Она прекрасно подойдет для сезона весна-осень. Туристы и любители активного отдыха будут ей довольны. Нож Enlan F020FB. Этот небольшой карманный складной нож, который весьма недорогой и является хитом продаж, подойдет для выполнения самых разнообразных задач. Простота конструкции и оригинальность дизайна делают его идеальным вариантом для повседневного ношения. Имеет довольно крупный клинок, благодаря чему подходит для работы с самыми разнообразными материалами, будь то овощи или бумага, картон или резина, пластик и даже дерево, представленный нож несомненно справится с этими материалами. Нержавеющая сталь марки 8CR13, поэтому нож не ржавеет даже при длительной эксплуатации в условиях повышенной влажности. Для фиксации клинка используется популярный замок, а именно Liner Lock, простота конструкции которого делает его крайне неприхотливым в эксплуатации. Дальше водонепроницаемая мембранная одежда, а именно носки, перчатки и шапки от фирмы Dex Shell. Они помогут сделать пребывание на природе или в турпоходе более комфортным. Главный функциональный слой – это мембрана Парель, которая изготавливается в Англии. Именно она делает одежду полностью водонепроницаемой и отвечает за эффективное потоотведение. Это прочная и эластичная мембрана, работает благодаря разнице температур внутри и снаружи. Подходит для туризма, занятий различными видами спорта и тех видов деятельности, где работать приходится в условиях постоянной высокой влажности. Теперь при езде на велосипеде или катании на лошадях, прогулки с собаками или поездки на рыбалку, вы будете чувствовать себя комфортно и защищенно. Если вы досмотрели видео до конца, значит вам точно нравится канал. Рекомендую подписаться на мой второй канал Топ ТВ, там вы найдете очень интересное видео от Роботоп. Ссылка в описании. Думаю, вам понравилось что-нибудь из этой подборки, а значит самое время нажать на лайк. С
ссылки на эти товары есть в описании. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на Роботоп. До встречи!